видископ. Естественно, что Игорь Коломойский, в общем-то, сегодня человек, который вкладывает каждый год огромные средства в баскетбол украинский. Вы понимаете, что он, его компания инвестирует достаточно большую часть вообще составляющего украинского баскетбола. Поэтому, конечно же, наряду с нами, наряду со всеми, кто, в общем-то, бился до конца, он до конца тоже, в общем, со своей присущей себе такой, знаете, энергией, в общем-то, которая распространяется и не только на баскетбол, он, в общем-то, и нас держал в тонусе, всех вокруг, чтобы ни в коем случае не потерять Евробаскет, чтобы, в общем-то, эти все вложения его и, в общем-то, и силы, и финансовых, они просто не ушли в песок. И поэтому, в общем-то, это, конечно же, его вот эта вот энергия, его борьба за то, чтобы Евробаскет остался, конечно же, она чувствовалась как поддержка и ощущалась. И, естественно, что, конечно, если бы инвесторы и конкретно он сказал, ну ладно, все, я закончил, такая ситуация в стране, то было бы намного сложнее. А так как, вот я еще сказал, государство, инвесторы, федерация, в общем, баскетбольная общественность за это бились до конца, это и стало результатом. И европейцы это увидели, что мы не сдаемся, что независимо от чего, мы не складываем, скажется, не опускаем руки, не вешаем белый флаг. Поэтому это, конечно же, было важно для нас. Ну, естественно, что он и терзал не только нас, он и оказывал, скажем так, ну, в хорошем смысле давление на наших лидеров государства тоже со своей стороны. Поэтому с этих всех сторон, в общем-то, все это и сработало. Витископ. Спортивное видео.